У каждой из нас в холодильнике есть базовый набор продуктов, из которого всегда можно собрать вкусное блюдо. А если у вас остался крупяной гарнир с ужина, то вы легко можете собрать себе салат на обед и взять его с собой. Например, у нас сегодня будет салат с кускусом, рукколой, томатами и грибами. Приступим? Мы возьмем кускус. Его нужно запарить. Это буквально 5 минут, что экономит время. Кускус я рекомендую брать в пропорции 1:1. Тогда он не превратится в кашу и сохранит свою текстуру. Накрываем кускус тарелкой, чтобы он впитал в себя всю воду. И оставляем минут на 5. Подготовим наши шампиньоны. Помните, что грибы мы никогда не моем. Мы аккуратно с них снимем шкурку и будем готовить. Перед тем, как нарежем грибы, поставим жариться лук. Пока у нас обжаривается лук и чеснок, нарезаем грибы. Нарезаем их крупно, чтобы они у нас не потерялись в салате. К грибам и специй очень подходит зира, это кумин. Мы его добавим сейчас к луку и потом заложим грибы. Нам буквально нужно 5 минут, чтобы обжарились грибы. А мы пока подготовим наши томаты. Кускус уже готов. Теперь нам надо соединить все ингредиенты в салатнике. Кускус получился очень рассыпчатый, благодаря тому, что мы его не залили обильно водой. Лук с грибами у нас тоже готов. Отправляем томаты. И сейчас мы заправим сразу же наш салат, а потом добавим зелень. Добавляем оливковое масло. Свежесмолотый черный перец. Соль. И сок лимона. Кислоту мы добавляем обязательно для баланса вкуса. Перемешиваем. Теперь сервируем для подачи листьями свежей рукколы и зернами граната. Вот так вот очень быстро, легко, а самое главное вкусно мы приготовили себе обед на работу, либо ужин для званых гостей.